Ходили сегодня с Байкалом по окрестностям, покопали железо. Вот такая вот кучка еще получилась. Сейчас ходим в деревню, еще одну покажу. Там уже и следа от нее не осталось, но, возможно, что-то есть. Друзья, смотрите, как у нас все замечательно и красиво здесь. Просто красота. Сейчас ходим в деревню, которая уже... И следов не осталось от нее. Попробуем там железо покопать. Правда, уже, блин, сегодня утром. Байкал, пошли. Сегодня утром погода была без снега, но с утра снега не было. Летом мы видели, как с металлоискателями ходит. Вот, копает железо. Ну и мы в следующем году покопаем. Так, Байкал. Вот, ребят, пожалуйста. Вот на этом месте, смотрите. На этом месте была деревня. Вот она. Видите, вот эти все бугры. Вот здесь была деревня. И вообще следа не осталось. Сейчас покопаем что-нибудь. Посмотрим, что тут есть. Вот я тут уже споткнулся об железку. Вот, смотрите, что это тут было. Это корыто или бак какой-то. О, пожалуйста. Мне кажется, вот таких вот жестянок здесь можно покопать, а то и что-нибудь дельное можно найти. Потому что в деревне была, следовательно, была техника, трактора, это же все должно было быть. Ладно, друзья, отключаюсь пока, покажу, что найду. А то времени у меня осталось немного, где-то час у меня остался, чтобы тут прогуляться, посмотреть. И пора домой. Насколько я слышал, здесь выращивали овощи всякие. Но все равно техника была. Вот тут, видимо, все сгребли в одну кучу. А вот здесь вот карьер сделали. Отсюда песок берут летом. Вот здесь дорога есть, тут, в принципе, подъехать можно. Но я сюда спускаться не хочу. Потому что с прицепом еще тем более. Вдруг забуксую. Я к дороге вытащу. Тут тащить, благо, недалеко. Вот. Смотрите. Значит, вот нашел. Еще там пару корыт и ведер уже к дороге оттащил. Сетку вот такую нашел, друзья. Вещь-то она хорошо. Вот этот моток. И мне кажется, такое место, куда и на машине подъехать можно. Мне кажется, здесь уже давно все перекопали. Но летом надо будет пробежаться, посмотреть, потому что сейчас снег. Толком-то особо ничего не найдешь. Но тем не менее, килограмм 20-30 мы нашли уже сегодня здесь, чисто. Ладно, ребят, сейчас вытащу в общую кучу и покажу вам. Вот такая вот деревня была здесь когда-то, когда-то давно. Видите, остались только бревна, и то уже кучу сгребли, и там вот всякие бугры. Сейчас покажу вам общую картинку, общую кучу. Байкал! Где ты? Есть. Я уже думал, удрал куда-то. Байкал со мной бегает. Ищет железо. Тоже. Ладно, ребята, уже темнеть начинает. Сейчас вытащим все к дороге, на машине подъедем, закинем в прицеп. И, наверное, на этом... С железом на сегодня все. Сейчас кучу еще подсниму общую у дороги. И все. Вот, друзья, к дороге подтащил. Тут, в принципе, недалеко было дотащить. Сейчас подгоню машину. Прицеп все закину. Килограмм, я думаю, 20 точно здесь есть. А может и 30, потому что вот эта сетка, она очень тяжелая. Так что, я думаю, 30 килограмм здесь лежит. Смело. Той кучи, которую уже есть, плюс
Считаю, что неплохо. Но это все жестянки, конечно, не сильно не весит. Но сетка это весит хорошо. В следующем году, по весне, как снег сойдет, буду до следующей зимы плотно заниматься железом. Ездить будем по всяким местам, буду все это снимать с металлоискателем. Вот. Друзья, нашли вот такой вот замок, кстати говоря. Год тут... Года тут не видно, чтобы был обозначен. Я не знаю, какого он года. Но если вы вдруг такие замки встречали, вот тут получается, он вот так крутился, видимо. Как-то крутится вот так. И устанавливаешь какой-то код, наверное. И так он... Но он закрытый. Так вот крутишь, и код устанавливает. Если вы такие замки уже встречали, видели, то если знаете, скажите, напишите в комментариях, какого он года может быть. Вот такой замок. На память можно оставить. Он что, весит-то фигню. Вот. Такая находка вот, друзья. Так что, кто знает, напишите в комментарии. Что за замок, какого года такие замки изготовлялись. Все, ребят, все, железо закинул. Сейчас поедем его выкинем с прицепа в общую кучу. Я вам покажу, что получается. Ну, блин, сетка это хорошо весит. Я ее сейчас поднимал двумя руками. Оттуда я ее просто волоком тащил. Вот, сейчас двумя руками в полный вес поднял, блин. Она, наверное, только 20 кг весит. Тяжеленькая. Тяжеленькая. Весу в ней нормально. Друзья, вот такая вот кучка получилась на сегодня. 2-3 часа времени, и вот такую кучу я накопал. Больше на глаза попадалось, чем на металлоискатель. Вот. Потому что всякие ведра, корыта старые, они из-под земли торчат, их видно было. Так что, ребят, какой вес, не могу сказать. Может, 100 кг. Но точно не могу сказать. Скажу, когда сдадим. Ну, плюс еще что-нибудь подкопается. Так что, друзья, всем пока. Спасибо за просмотр. Если не сложно, поставьте лайк. Напишите комментарий. Всем пока. Ребят, всем доброе утро. Хотел показать вам, какая у нас погода. Погода снежная. И посмотрите, сколько снега за ночь намело. И посмотрите, как все выглядит. Просто как в сказке. Смотрите, какой мощный слой снега. Мне интересно, если... Так рано столько снега выпало. Сколько ж его будет за всю зиму? Но посмотрите, как красиво. Как в сказке прям. Яблони все заснежены. Вот. Байкал, тебе нравится погода? Байкал, тебе нравится погода? Нравится, конечно, ему. Теленку такому. Ну, классно. Вот сюда заходишь, в эти яблони, как будто под крышей под какой-то из-за такого снега.